При запуске программ сначала белая вспышка идет. И многих это раздражает. Я поборолся только вот таким способом. Написал скриптик, где перед запуском программы вставляется на одну секунду квадрат Малевича. Вот как это. А потом он удаляется. Вот как это работает. Нажимаю горячую клавишу. У меня под ней запуск Firefox. Вот черный квадрат был, видели, да? Потом он закрылся. И вот пошла загрузка уже в черном фоне.